Добрый день, мои рукодельницы! Сегодня мы будем провязывать вот такую вот тыковку. Это начало, вот я написала. Тыква вяжется в круговую, столбиками без накидами. Вяжется за заднюю стеночку петель. Начинаем мы с кольца амигуруми. Эту тыкву я вязала нитками газал, бэби катон. Номер 3419. Крючком я вяжу 1,25, меня устраивает, дырочек нету. Вы подбираете уже для себя крючок, под себя. Оставляю я длинненькую такую ниточку. Эта ниточка будет служить мне маркером. И делаю кольцо амигуруми. Как я его делаю? Сейчас я вам покажу. На указательный палец левой руки я обматываю нить крестиком вот так. Правой рукой, как пишем, держим крючок. Подводим под нить и захватываем сверху рабочую нить. Вытянули и скинули. У нас получилось большое колечко внизу и на крючке петелька. Накидываем рабочую нить и делаем одну воздушную петлю. Нам надо 8 столбиков без накидов. Это уже есть один столбик без накида. Он служит один столбик. Нам надо еще сделать с вами 7, 1, 2. Как мы делаем? Мы вот у нас две петельки. Одна петелька большая, одна получается ниточка рядышком. Мы захватываем, значит, вот эти две ниточки, захватываем рабочую нить и вытягиваем. Вытянули, на крючке у нас две петли. Накинули и протянули. Раз, два, три. Уже четыре, значит. Пять. Шесть. 7, 8. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот это 8. Сейчас надо, чтобы получилось кольцо амигуруми, нам надо затянуть вот эту нить. Мы тянем, которую я оставила. Затягиваем. Это у нас еще не кольцо амигуруми. Кольцо амигуруми получится, когда мы крючок ведем вот в эту петельку. Ввели крючок, накинули рабочую нить и протянули через две петли. Вот у нас уже окончательное кольцо амигуруми. Второй ряд нам надо получить 16 столбиков без накида. Это в каждую петельку провязать по 2 раза. Провязываем 1 в эту же петельку, второй раз, следующую 1 и в эту же петельку, второй раз, 4, следующая 5 и в эту же петельку, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И последнее 15 и 16. Вот мы с вами провязали 16 столбиков без накида. Третий ряд нам надо получить 24 столбика без накида. Это чередование. Один столбик по одному, и в следующем мы делаем прибавку.
Я оставляю маркер с этого места. Накидываю я вот эту вот ниточку. Мне так удобно. И уже провязываем за задние стеночки петель. Задние, передние, а только за задние. Так, сейчас. Вот. Только за заднюю. Одну. И в следующую петельку мы провязываем двойную. Один. Один. Одна. В следующую двойная. Один. 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 В следующую двойную. Один. И в эту же в петельку мы провязываем второй раз. Один. Двойная. Следующая. Один. Двойная. Один. Двойная. Один. Двойная. Один. И в следующая двойная. Вот у нас ряд закончен. Это третий ряд. Мы с вами провязали. Третий ряд мы с вами провязали. Четвертый ряд нам надо получить 32 столбика без накидов. Это 1, 1 и двойная. Два раза по одному, а в третье двойная. Я маркер переставляю на ряд выше. И провязываем. Один. Один за задние стеночки также. И двойная. В одну петельку два раза. Один. Один. И в одну петельку два раза. Один. Один. 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 И в одну петельку два раза. Один. Один. И в одну петельку два раза. И последний раз. Один. Один. И в одну петельку два раза. Вот я провязала четвертый ряд. У меня получилось 32 столбика без накида. Пятый ряд это 40 столбиков без накидов. Чередование 3 раза по одному и прибавка. Маркер переставляю. И провязываем 3 раза. Так, маркер. Переставила наверх. Провязываем 3 раза по одному. 1, 2, 3. Не зацепила. 3. И двойная. В одну петельку 2 раза. 3 раза по одному. 1, 2, 3. И в одну петельку 2 раза.
Один. Так, один. Два. Три. И в одну петельку два раза. Один, два, три, и в одну петельку два раза. Один, два, три, и в одну петельку два раза. Один, два, так, три, три, и в одну петельку два раза. Тут цепляется, вот, и один, два, три, и в одну петельку два раза. И последний раз. Один, два, три, и в одну петельку два раза. Это мы с вами провязали пятый ряд. Шестой ряд. Шестой ряд. Нам надо провязать 4 раза по одному и в пятую сделать прибавку. У нас должно получиться 48 столбиков без накида. Итак, провязываем 4 раза по одному. Один. Два, три, четыре, и пятую прибавка. Один, два, три, четыре, и в пятую прибавка. Один, два, три, четыре, и в пятую прибавку. Один, два, три, четыре, и в пятую прибавка. Вот я провязала шестой ряд, у меня получилось 48. Далее мы седьмой провязываем ряд. Маркер я переставляю. В седьмом ряду надо 5 раз провязать по одному столбику без накида и в шестую сделать прибавку. Провязываем за задние стеночки петелек. Один, два, три, четыре, пять, а в шестую делаем прибавку. Мы провязываем с вами седьмой ряд. Один, два, три, четыре, пять, и в шестую делаем прибавку. Один, два, три, четыре, пять по одному
и в шестую делаем прибавку. Вот мы провязали седьмой ряд, который получился 56 столбиков без накида. Сейчас будем провязывать восьмой ряд. Сейчас перетащу маркер на один ряд выше. Вот. И будем провязывать восьмой ряд, который составит 64 столбика без накида. Провязываем. Итого 6 раз по одному, а седьмую делаем прибавку. 6 раз столбиков без накида за заднюю стеночку. За заднюю. 1. 2. 3. 4. 5. 6. И в седьмую мы делаем прибавку двойную по одну петельку два раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 6. 6 получается 6, и в седьмую делаем прибавку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и в седьмую делаем прибавку. И так нам надо провязать до маркера. Вот я провязала восьмой ряд, где у меня получилось 64 столбика без накида. Сейчас маркер вытащу, ниточку свою, и переставлю наверх. И последний ряд, девятый, надо получить 72 столбика без накида. Это чередование 7 раз по одному и прибавка восьмой. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восьмую прибавку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восьмую прибавку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восьмую прибавку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7 и восьмую прибавку. И так нам надо провязать до маркера. Вот я провязала
9 рядов у меня получилось вот так. Будем мы вязать маленькую тыковку, чтобы связать вам вот такую тыковку посреднюю или большую. Надо тогда больше делать окружность. Не 9 рядов, например, а 15 рядов. Тогда она будет больше. Увеличивайте. Тогда будет 10 ряд 8 раз, 11 ряд 9 раз по одному. Увеличивайте на эти клинья. Поэтому 8 клиньев, идеальный круг тыковки.